Одинцовская общественная палата уделяет большое внимание развитию массового спорта среди молодого поколения. В ходе заседания были рассмотрены вопросы практического решения проблемы в молодежной среде. В настоящее время правительство Российской Федерации, Московской области и общественность РПЦ уделяют большое внимание работе с молодежью для отвлечения их от вредных привычек, чрезмерного увлечения интернетом, наркотиками и так далее. Советский спортсмен-фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Сидяк отметил, что на спортивных площадках не хватает дворовых организаторов. Он предложил создать систему подготовки инструкторов, так как массовый спорт – это начало пути к высоким достижениям, к олимпийским медалям. Инструктор по спорту выходного дня, по месту жительства. Он должен работать в основном пятница, вернее, суббота, воскресенье, вот дни. Организовывать там, взять, допустим, провести поднятие тяжести тоже, взяли гири там это и прочее. На встрече также отметили, для того, чтобы спортивные площадки содержались в хорошем состоянии, необходимо их качественное обслуживание. В настоящее время началась работа по постановке их на баланс. Основная нагрузка при этом ложится на плечи бюро технической инвентаризации и техинспекции. Им предстоит провести тщательную проверку объектов недвижимого имущества Одинцовского района. Юлия Евдокимова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».